Люди стремятся выйти за рамки обыденности. Таинственное завораживает нас. Вы хорошо посмотрели? Да. Шляпа определенно пуста. Вау, потрясающе! Как вы это сделали? За короткое выступление фокусник должен разрушить барьер между реальностью и фантазией и дать зрителям возможность заглянуть в мир чудес. Ой, я заказывал не это. Я совершенно точно просил сидр. Вы просили бокал нашего лучшего красного вина. Думаю, вам уже хватит. Да ладно, вы думаете, я не знаю, что заказал? Вот, посмотрите внимательно на свой напиток. А, да, это именно он. Сладкий аромат яблок. Что за... Клянусь, я только что... Для большинства людей фокусы сродни чуду. Но мы, фокусники, предпочитаем думать, что великие чудеса сродни фокусам. Озвучено творческой студией Фронда.